зовут Валентина Ивановна Волкова. Ну, во-первых, за то, что я родилась здесь. За то, что изначально природа, люди, ведь сходни расположены таким образом, что нас омывают с двух сторон. И они продолжаются через Химки. Это вот сходня река, кстати, так как я географ, это самая быстрая река Подмосковья, да. А с другой стороны Гаретовка. И получается, мы в окружении природы на возвышенности. Я была депутатом. Вот то, что взаимоотношение было прекрасное между людьми всеми и депутатам было очень просто работать с людьми, потому что и по улице, и власти очень хорошо шли навстречу и отзывались. Вот это, конечно, очень важно было. Это когда мы, вот я рассказывала, что в детский дом был, да, и мы на площади прям всегда обязательно все праздники химкинские, детский дом выступал с, обычно с физкультурными упражнениями, и парад проходил, очень красиво было. Центральная часть очень красивая. Так держать и дальше процветать и заботиться, как и заботились прежде, заботиться о благоустройстве. Но главное же люди. Люди, дети. Конечно, на первом месте всегда было образование и медицина. Вот побольше внимания им. А все остальное приложится, потому что это кадры.